Всем привет! Новый день. Мы довольно поздно встали. Соседи тут пытаются что-то делать, дом строить, что-то варят, привезли металлические балки, варят, там что-то делают, строят, даже при том, что сегодня дождливый день, с неба капает вода, идет дождь, а они там электроприборами пытаются что-то делать. Они очень сильно шумели, но тем не менее мы с Полиной продолжали спать. Влог прошлый вышел очень поздно, люди пишут, уже заждался, а я просто до утра сидел, снимал. А потом понял, что наснимал много, монтировать нужно будет долго. Я сам был очень сонный и отложил монтаж влога на вечер. Поэтому вы так поздно его увидели, поэтому прошлый влог вышел так поздно. Сейчас встал, а новый снимать нельзя, память кончилась. У меня терабайтный фолд и весь терабайт памяти занялся. Пришлось подключать к компу, я сейчас 161 гиг с него скинул, память освободил и смог так и начать записывать это видео. Очень много людей рекомендуют к покупке Nintendo Switch. Вы, наверное, сами видели, что я читаю эти комментарии. Люди очень довольны, люди говорят, классная штука, что это лучшая их покупка за несколько лет. И другим тоже советуют его купить. И мне советуют взять и не мучиться с эмуляторами, ведь оно местами подвисает. Вот я запускаю Hogwarts Legacy. Да, она на русском языке, в нее хочется играть, она так намного интереснее выглядит. Но местами текстуры не прогружаются, и много где нет освещения. Ты просто идешь, и повсюду люмус, люмус, потому что только с палочкой ты можешь нормально ходить, а освещение со стен, вокруг, с окон, его нет, ты ходишь в темном замке, и это выглядит довольно страшно, хотя добавляет какой-то мрачности тем, кто это любит. Полина там уже что-то готовит, лепит пирожки, а я не мог начать снимать, потому что у меня памяти не хватает. Вот люди мне говорят, купи Switch, я думаю, может реально возьму, сделаю себе такой подарок на 1000 подписчиков на канале, да? Когда доберемся до этой цифры, когда будет 1000, пойдем и закажем мне прошитый Switch, чипованный Splatoon 3 Edition, как я хотел, и будем сидеть, сравнивать его с PSP, с PS Vita, да и в общем-то буду сидеть, играть в портативе и радоваться. Представляете, влог из-под одеяла, как чел на зарядке сидит, играет в свечевые игры первый раз в жизни. И еще, наверное, многие меня не поймут, но я... Надо слово придумать, head lover какой-нибудь, любитель нагрева. Я люблю, когда электроника живая, рабочая, в хорошем состоянии, когда она греется. А у свеча относительно мощный процессор внутри для портативного устройства. И там даже есть активное охлаждение, насколько я знаю, с вентилятором. И мне очень интересно его прогреть. Там говорят, в прошитом свече есть режимы 5 Вт и 12 Вт. И мне было бы очень интересно повысить на нем незначительно там частоты, не до предела, и на зарядке попробовать его прогреть. Я вообще не знаю, как там и где включается вентилятор. Мне хочется запустить какую-нибудь грузовую игру на нем и посидеть, например, в Hogwarts Legacy ту же, и посмотреть, как он будет вообще греться. Потому что я когда пошел к человеку на вот ту вот сделку осмотр в машине, возможно, вы видели, и держал в руках его Switch, он мне дал Need for Speed Hot Pursuit гонять. И там... Охлаждение вообще не работало, он вообще не нагрелся, вентиль был выключен, в руках приставка была холодная, ей вообще было положить на эту игру. А мне интересно посмотреть, греется ли он вообще. И, кстати, ребята, у кого есть уже Switch OLED, напишите, бывает ли у вас такое? Вот он вообще тепленький бывает, потому что мне это нравится, когда устройство греется, ты чувствуешь, что в нем есть жизнь. Я люблю, когда смартфон у тебя в руке начинает греться, ты в браузере, не на YouTube, ты в браузере запускаешь ролик, через Chrome, например, и смартфоны это сильно грузит. Если смарт какой-то старенький, он вообще раскаляться начинает, ему это башку грузит по полной программе. Если современные наши мощнейшие смартфоны, вот наподобие там фолда 5-2, они уже не так сильно, но суть в том, что оно греется в руке, и это приятно. Вот у кого Switch есть, напишите, он у вас на зарядке греется в каких-нибудь играх, нет? Бывает такое, что ты дома в теплом помещении сидишь, и он вентилятор там реально использует у тебя. Кстати, у меня был нетбук от Acer. Там было активное охлаждение, ТДП было заявлено 9 Вт у него. И там был косяк с этим, он вообще же особо не грелся. Но потом он включал вентилятор, выдувал все тепло, опять выключал вентилятор. А я продолжаю, я в Майнкрафт, допустим, сижу, играю, или в браузере лазю. У меня там, кстати, было по 40 с лишним вкладок открыто на этом нетбуке. И он очень редко обновлял датчик, не включал активное охлаждение, уходил, перегревался за 90 градусов и выключался. Не завершение Windows, а просто защитный щелчок, и у тебя нетбук потух, потому что очень редко обновлялась система охлаждения, обновляла данные с датчика. И мне пришлось заклеить охлаждение скотчем, выдув у него, чтобы вентилятор включался,
и не мог выдуть весь теплый воздух и работал постоянно. И вот так я начал нормально пользоваться тем нетбуком. А в нормальном виде из коробки он, с открытым охлаждением, он выдувал весь воздух, вырубал вентиль и забывал его включить. А как вы знаете, на таких устройствах контролировать систему частоты напряжения вентилятор ты не имеешь права. Ты не можешь вмешаться в работу системы охлаждения, в ее алгоритмы. Поэтому пришлось просто физически заклеить выдув. Это было такое длинное вступление в этот новый влог. Я думаю, тем, кому это все неинтересно и нудно, уже закрыли видос или перемотали. Ну а вам я говорю привет еще раз. Заваривайте что-нибудь попить, поесть, и мы начинаем этот день. У меня тут запущена Hogwarts Legacy. Та самая, с этой самой приставочки. Давайте будем завуалированно как-то говорить, чтобы мне не пришлось в видео оправдываться за эти все дела с программным обеспечением. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. В общем, включена она, не писюковая версия, и тут проблемы с текстурами и с освещением. Ходить можно только с люмусом, приходится люмус колдовать, чтобы видно было, куда идти. Не прогружается часть текстур и нет части освещения, поэтому играть довольно тяжело. Но зато она полностью на русском языке, занимает мало места, и, в общем-то, она как-то половче, мне кажется, переносится. Короче, с такой игрой легче жить, потому что та слишком гигантская, грубо говоря, 75 гигабайт, ты постоянно хочешь ее перенести куда-то или удалить, потому что она занимает как куча других игр вместе взятых. Как можно 75 гигабайт занимать? Я уж молчу про Call of Duty, которая занимает больше 100 гигабайт. Но в Call of Duty мы с Полиной часто играем, и там очень хорошая графика. А еще она бессмертная, потому что ты с ботами можешь играть больше 10 лет. Новые пироги. Треугольные. Вот такие пироги треугольные получаются. У нас будет что покушать. Еще бы вкусный напиток к ним какой-нибудь замутить. Вот он, чай. Теперь у нас есть завтрак интересной формы. Вот такие треугольные пирожки и свеженалитый чай. Ура, мы можем завтракать и играть. Ребята, меня начала напрягать одна тема. Я очень много говорю про игры Nintendo и хочу не только говорить, чтобы вам не скучно было, и показывать их, но как при этом не нарушать там какие-то авторские права и лицензии, вот это все, чтобы мне потом по шапке не дали. Посоветуйте в комментариях, как видеоряд прикреплять, или скриншоты просто, чтобы без видео, да? Чтоб я больше... Эти влоги, короче, под угрозой. Они могут быть удалены, потом заблокированы, а я хочу, чтобы через 6-8 лет вы могли зайти на канал и посмотреть этот старый влог, который когда-то видели, и я, чтобы мог посмотреть свою жизнь. А из-за этого они под угрозой, что я вставляю всякие чужие штуки с авторскими правами. Такая ситуевина. Мы сейчас с Полиной сидим, разговариваем, и речь зашла за Зельду, что их три части на Switch. Но суть не в том, я ей говорю, Полине, что это старая серия еще с 80-х годов прошлого века ее история началась. И мы представили, а есть ли такой человек, геймер, который, будучи в осознанном возрасте, в 80-х годах играл в те первые Зельды. И вот он сейчас в здравом уме, живой, на современных платформе сидит, играет и видит новые Зельды, которые вышли в 17-м году, вот это Wild. И оценит ли он эту современную, скажет ли он, что это хорошая, достойная игра, или он будет хвалить ту. И мы начали думать о том, вот допустим, это 60 с лишним, 64-летний геймер, который тогда играл в Зельду, и сейчас он сидит играет. И начали думать о том, вот что со мной будет, когда я, допустим, состарюсь, если я доживу до этих лет, 62-64 года, я и так довольно бухтящий чувак, это мне не то, это не так, вот тут ты сделал неправильно. У меня часто свое там радикальное мнение какое-то от многих по поводу игр там, и фильмов, что что-то было бы лучше. Так а если я доживу до этого времени, как я буду смотреть на тот гейминг из того будущего, когда это будет? Я же очень не люблю онлайн. Все эти штуки, вот эти лаунчеры, Uplay, Steam, Origin, когда ты включаешь комп, и тебе нужно, чтобы запустить игру, ты кому-то чем-то обязан. Ты должен наладить интернет-подключение, раздать Wi-Fi, проверить, что все подключилось, авторизоваться, подключиться к интернету, а потом она тебе выдает, что тебе нужно говнообновление, и ты без него играть не можешь. И у меня так игры поумирали в Стиме. Они принудительно обновились и поумирали, перестали запускаться. Но даже если бы они работали, я терпеть не могу онлайн-составляющую в играх. Мне нравится тема, когда ты один ходишь с ботами, там играешься, что-то ищешь, какие-то фишки в игре, которыми можно заниматься бесконечно. А если гейминг уйдет в что-то современное, знаете, фильм «Первому игроку приготовиться», они там бегают на площадке в каком-то шлеме виртуальной реальности, подключаются к сети, у них там типа социальная сеть виртуальная, как же я этого не хочу.
Так неохота, чтобы пропадал офлайн и синглплеер из видеоигр. Это будет страшная потеря, если игры в итоге превратятся во что-то онлайновое. Все. А Полина еще не успела докушать пирожки, но уже запустила Зельду. И говорит, что к миссии шла 6 часов. Представляете, 6 часов. Я тоже такие комментарии читал. Мужчина пишет, что он одно задание выполняет 10 часов. И еще вчера смотрел стрим одного мужика. А у него собралось очень много зрителей, любителей Nintendo Switch, и они в частности обсуждали обе Зельды. И мужик пишет, я так неспешно прохожу Wild, что до Kingdom, там, ну, до следующей дойду вообще не скоро, и похоже я буду эту игру проходить лет 10. И вот на меня это похоже, я Assassin's Creed Origins 2017 года купил на релизе в октябре 2017 года и начал играть. А прошел я ее, знаете, когда? В прошлом году, осенью 23-го года, спустя, грубо говоря, 6 лет, я прошел сюжетную часть Assassin's Creed Origins. Игра офигенная, я вообще привык баловаться. Я ищу песочницу, развлечения какие-то, не сюжетные. Я не люблю идти по сюжету, вот сходи туда, сделай то. Обычно начинаю искать, чем заняться-то в этом открытом мире, можно ли там чем-то себя развлечь. И если уже можно развлечь, тогда я и сюжет начну проходить, зная, что это хорошая игра. И вот я ее так долго проходил, так что если я начал бы Зельду играть, а тут даже другие игроки, которые обычно не заморачиваются этими всеми мелочами, пишут, что очень долго в нее играют. Ну, кто как. Меня, кстати, стали удивлять даже теперь комментарии, которые пишут, наиграл в Зельду 100 часов. И все, вот по оттенку его коммента видно, что для него это уже прошлое, он уже там ее не играет. И пишут 100. Меня теперь удивляет эта маленькая цифра 100 часов в Зельду, потому что кто-то пишет 230, какая-то девушка написала 400 часов, и ты думаешь, ладно, а как, вот я бы, если взялся в это играть, у меня, походу, больше 500 было бы, потому что я все очень медленно потребляю. Видите, я даже палку не могу найти, чтобы чем драться, понять. Я лес обошел весь, не могу найти палку, и как там выжить вообще? Все это долго до меня доходит, можно сказать, или я мир просто тщательно исследую. Так что у меня бы, походу, больше 500 часов было вообще в этой игре. Как люди умудряются там что-то сделать за 70 или за 100, не совсем понятно. Хотя обзорщик говорит, вам никто не мешает на старте в Зельде пойти и за полтора часа пройти игру, убив сразу босса, если вы настолько круты. Мы вчера заметили, что здесь, оказывается, можно кинуть бумеранг или рубануть мечом, и высокая трава рубится, косится. Мне это сразу понравилось, я такое в играх очень ценю, внимание к деталям. А, об дерево стукнулся. Бумеранг. Это нужно в камышах где-то стоять, около болота, наверное, чтобы очевидно прям смотрелось. Мне человек написал по поводу Mario Kart 8, что нужно на OpenGL попробовать ее включить. Нифига, вот так она зависает. Музыка играет, она как будто пытается работать, но тут должны какие-то ячейки выбора, видимо, появиться. А все кнопки тыкаешь, все не происходит, оно как будто не может прогрузиться. Жаль. Да это ладно, Mario Kart 8, я же очень хочу Crash Team Racing, новый, Nitro Fueled. Вот это точно мне понравится. И там красивые локации и персонажи, к которым я привык и которых люблю. Компания Crash Bandicoot. Но на сайте, где я беру игры, его нет. Я уже там несколько раз вперед-назад всю галерею пролистал, нету. Пошел, нашел на зеленом ресурсе это все дело. Поставил ночью на загрузку, но нет раздающих. Очень медленно качается, но сначала около часа вообще на нуле стояло, потом начало качаться со скоростью 200 с лишним килобайт, и в итоге так и не скачалось. Ждем, пока у меня download time начнется. В ночное время же я могу качать штуки. И тогда попробую уже продолжить загрузку Crash Team Racing. Посоветовали же мне OpenGL, попробовал, включил, Марио не завелся, но думаю, пойду попробую Hogwarts Legacy, может она как-то изменится, и нифига, она все равно темная, только грузилась заметно дольше, чем на вулкане. Готовят супы из крапивы, чипсы из крапивы, кормят детей крапивой. Этот столбик кто-то сбил на днях, мы проходим, а он покореженный, похоже его грузовиком или трактором чем-то, наверное, зацепили, и он покосился. Пошли набрать водички. Пятый фолт лежит дома, выгружаются с него файлы, там их сотни, очень много они занимают, так что я пошел со вторым фолдом. Он такой глянцевый, приятный. Такой вид вечерний классный, это бы на камеру снять, а не на смартфон. Прям вот небо сейчас облачное такое, дождь прекратился, мокрая дорога, свежая зелень.
такая пышная, классная, не выгоревшая, не больная. Воздух довольно свежий, и фонарь на это все светит. На картинке, конечно, не передается, а еще тени очень интересные. Пышная зелень, она дотянулась до фонаря, и в итоге на дороге создается такая тень классная. А у меня будильник сработал на Бенди. Нам пора идти за водой, что мы, собственно, и делаем. Чтобы освободить 5-литровки, нам пришлось даже доставать большую кастрюлю и набирать воду в кастрюлю, потому что мы не очень-то тратим воду сейчас, довольно мало расходуем еще и воду. Даже ту, что носим в бутылках, не успеваем тратить. А сейчас с такими играми глубокими, офигенными, яркими, мы, возможно, будем еще меньше тратить. Как сказать, 15 литров я потратила. На еду? Ну, посмотри, да. За какой период времени, правда, непонятно. 15 литров, Полина говорит, потратить успела. За 2 дня, наверное. Сейчас прохожу Кирби, очень яркая игрулина. Начал ее немного, потом начался второй тур, можно сказать, и пошли огромные типа артефакты, занавесы такие большие, графические ошибки. Они даже не позволяли пройти дальше, потому что они преграждали тебе обзор. И вообще простым способом излечилось. А вы пробовали выключить и включить? Я просто вышел из нее, зашел в настройки, графики, особо там ничего не поменял, зашел обратно в игру, и все заработало нормально. Яркая игруха, но знаете, в Марио сразу есть смысл. Я вот его нахваливаю за детали, за детализацию Марио. Но там есть еще и сюжет. Тебе объясняют, зачем ты идешь. Какой смысл в том, что ты туда идешь. А в Кирби чепуха какая-то. Ты по какому-то заброшенному городу, зеленью заросшему лазишь. Что происходит, непонятно. Зачем это все происходит. Ты хоть и красиво, вроде ты эстетически наслаждаешься, но при этом у тебя вопросы, а зачем это существо туда полезло, и что, блин, вообще происходит? А в Марио ты все понимаешь, зачем ты эти вещи собираешь, что тебе нужно корабль запустить, что они хотят там отомстить говнюку за свои испорченные города или что-то такое, остановить злодея, в общем, там какой-то смысл есть. Я хоть и это, бывает, критикую, злодейские все эти штуки, но просто помимо красот игры, там есть еще и смысл. В Кирби пока его вначале не дали. Набрали водички и тут же потопаем домой. Мокрые бандиты. Угу, да, как в один дома. Не-не, я придумал. Мы теперь липкие бандиты. Кстати, насчет липких, по линии в начале игры там где-то попался мед в этой, в Зельде. А теперь не попадается. Откуда он там взялся? Был улей на дереве, а новый не нашелся. И потопали мы домой. Мы тут с человеком чуть-чуть обсуждали производительность Зельды в эмуляторе. Я писал, что на 22 FPS идет. Человек пишет, попробуй портативный режим включить эмуляции и поставь X1 разрешение. Портативный режим я не знаю, как ставить. Судя по поисковику, там надо в файлах копаться. Что-то непростое, не просто галочку в настройках. А X1 режим поставил и настройки графики скинул на низкие, и FPS все равно 22, четко как и был. При этом система вообще не грузится, вы посмотрите на загрузку видеокарт. Просто как будто ты фильм смотришь. Система совершенно не используется, и FPS как всегда 22, хоть на высоких настройках, хоть на очень низких. Так что это как будто лимитатор какой-то, я не знаю, почему оно так работает, но на любых настройках оно вот 22 FPS, ну, порой поднимается, повыше становится, но иногда и до 18 просаживается. Я тут по разным сайтам хожу, смотрю игры для свеча, какие бывают, и нашел тут игрулину, вот такую игрулину нашел с непроизносимым названием. SCHT-ROM-PFS. Как это говорить? Вот, допустим, ты хочешь другу сказать быстро, пошли в Пстроумс поиграем. Что это за слово такое непонятное? Надо ж так игру назвать, а? Скхтрр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 рrr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 r
была авито доставка, 33 тысячи рублей. Switch Pokemon Edition с коробкой в хорошем состоянии за 33 тысячи, якобы с картой памяти 512 гигабайт. Хорошая цена, обычно они 36-39 тысяч рублей прошитые, тут 33.
но Полина не захотела, и мы в этот даже шевелиться не стали. Оно закрылось быстро, примерно за сутки закрылось или за двое объявление. Люблю все-таки Zenbook по-своему. У меня тут Зельда включена. Лежу, играю с геймпадом. Но решил еще игру скачать, а там память кончилась на смарте. Нужно освободить. Взял проводом его, подключил. На нижнем дисплее все сделал. Выгружаю свои файлы, видео, что наснимал, в Zenbook, чтобы место на смарте освободить. А верхний экран продолжает показывать мне игру. Удобно. Вот на другом ноуте ты так не сделаешь. Берешь, дела делаешь на нижнем экране, а на верхнем игра открыта. Из-за этих новых игр я стал по комнате лазить со своим ноутбуком. Теперь он у меня более мобильный будет, а не на столе стоять. Потому что эти игры реально играешь часами, и ты в одной позе просто не можешь столько сидеть или не хочешь. Хочется посидел там, глянул туда, пожевал траву и опять сначала. Ну, Мадагаскар, помните? В общем, я сначала в углу посидел, там у стены посидел, за столом, теперь под стол лег, лежу, тут медведя притащил, лег на медведя, чтоб удобнее было. Игрушечного. Лежу, играю, времени прошло уже много. Вот сегодня в статистику моего поиграния, если бы она куда-то уходила, ушло бы много часов. Потому что я играю уже часов 7, наверное, беспрерывно, а еще до этого с прерываниями играл. Но понимаю, что нужно уже это дело монтировать, скоро уже будет светать, скоро настанет утро. И чтобы, как вчера, ролик не выходил вечером следующего дня, наверное, нужно уже начинать монтировать. Я сейчас в этой игрулине, в Зельде, ходил в холодные края, там же ему святилище нужно посетить по сюжету, чтобы его отсюда выпустили. А у него нет одежды, и ты ходишь по холоду, там хаваешь, почти всю еду сожрал в игре, чтобы по холоду добраться до нужного места. Ой, ты сгоришь же, собака. А ему этот дедок говорит: садись со мной, посиди у костра. Подходящее время, чтобы это сделать. После посещения холодных земель. Его так и тянет туда залезть, в костер. Мне понравилось, что тут трава горит, ветки можно поджигать. Сунешь лук или факел в костер, он загорается, и ходишь потом лес поджигаешь. Это круто. Затягивают эти игры, реально хочется часами сидеть играть. И даже захотелось более мобильный ноутбук, который может работать или от пауэрбанка, или от своего аккумулятора. Но понятное дело, что в игре он все-таки находится под нагрузкой и очень быстро разряжает аккумулятор. Так делать не положено, все-таки предназначались эти устройства для других вещей, не для того, чтобы обрабатывать графику в реальном времени видеоигры от аккумулятора. Так его хватит часа на полтора всего. В общем, хочется ноутбучный пауэрбанк, чтобы по дому ходить с этими играми, с эмулятором, с геймпадом. А, еще я хочу геймпад другой себе, не майковский, чтобы ресивер не торчал с USB-порта. А то он болтается здесь, как хвост какой-то у ноутбука. Хочется, чтобы он был такой чистый, без торчащих из разъемов проводов. В общем, нужно какой-то Bluetooth геймпад искать. Bluetooth-то в ноуте есть встроенный. Но там будет проблема, как заставить комп думать, что это боксовский геймпад, чтобы игры нормально работали. В общем, нужен какой-то будет эмулятор, чтобы любой джойстик определялся как геймпад от Microsoft, чтобы игры нормально работали. Сейчас включил несколько обзоров именно на эту Зельду 2017 года. Один за другим смотрю. Люди классные ролики делают, такие довольно качественные. По 30 минут, по 47. Прям подолгу рассказывают об этой игре. И мы сейчас с Полиной сидим. Она там на телеке сидит, в нее играет. Я тут на ноуте гоняю тоже. Несколько часов уже в ней бегаем. Чел в комментах пишет, тоже только в 2024 году начал проходить Зельду. Так что, наверное, нас таких много, которые вообще они не знали, а только теперь увидели Switch, типа, а, оказывается, есть такая приставка, а во что же там можно поиграть, пошел смотреть обзоры, узнал, что существует в том числе и Зельда, и пошел играть. Я реально вообще не помню, чтобы кто-то о ней упоминал. Я часто смотрю игровые какие-то ролики про игровую индустрию, обзоры на новые игры. Я слышал о игре Atomic Heart много раз. Я слышал о Hogwarts Legacy и о тех других играх, что рядом с ними выходили в прошлом году. Так говорят, в прошлом году вышла весной еще и Зельда вторая, вот это в 23-м году, Kingdom, которая. Так я вообще о ней не помню, чтобы кто-то упоминал. Так что из-за того, что это другой мир, Nintendo, это небольшие вот эти платформы, Xbox и PlayStation, а какая-то другая вселенная, можно сказать. Возможно, из-за этого я вообще не слышал об этих играх. Как я не слышал и о Splatoon'е, и о новых Марио, в общем-то, тоже. А теперь, когда целенаправленно в поиск вводишь, вписываешь, оказывается, есть такие обзоры.
и народ реально об этих играх рассказывал, просто я этого не видел. Полина показывает мне тут карту. Тут говорит, какие-то в снежной локации ворота должны были быть с перчиком. Мы тут делимся тем, как кто проходил холодную вот эту часть. Я почти всю еду сожрал, что у меня в инвентаре была, чтобы вот это хранилище, святилище пройти. Починил мост через реку, зашел без всяких перцев, без всякой одежды теплой. Просто сожрал почти всю еду, что была в инвентаре, чтобы пройти то святилище. Ну, я потому что в играх топорно действую, прямо сказали идти вот то делать, сразу же и делаешь, а не ищешь там какие-то способы сложные это выполнить. Вот тут вот костерок был, и тут можно было что-то приготовить. Запарил доширака, тот самый, голубой, с морепродуктов, похаваем. Две ночи я качал Crash Team Racing, Nitro Fueled. Он так и скачался, вроде бы он даже как будто бы работает, но звук заикается, музыка нормально не играет. Сейчас попробую это дело запустить, надеюсь, будет работать. Как будто бы она работает. Пиво ломать. Офигеть. Что за чудесная картинка? Офигеть! Я ведь это видел! Я это играл на 43-м телеке! У меня же была PS4, и у меня в тумбочке лежит Crash Team Racing. Вот это да! Чё так красиво-то, а? Это вообще законно? Вау! Мне спать уже пора, я сейчас так сознание у меня... взбудоражиться, что я уснуть не смогу. Парк Коко, да какая же красота! Сумасшествие! Мы мечтали с другом, чтобы перевыпустили это дело. Мы этого хотели еще тогда, в районе 2008 года. А она вышла через 11 лет, в 2019 примерно. Какая крутейшая. Но знаете, когда какая-то игра, которую ты очень хотел, перезапуск старая, долго не выходит, ты можешь себя успокаивать, если она была успешной в прошлом, что чем дольше ее оттягивают, тем лучше ее сделают в итоге. Потому что технологии, чипы продвинутся, видеокарты, приставки. Так и вышло. Вот она 11 лет не выходила, и я если что, сейчас одной рукой играю. Одной левой играю, а другой держу смартфон. Так вот, чем дольше она не выходит, тем больше будет шанс, что она будет красивая, крутая. Вот вышла бы она в 2010-2011 году, она же не была бы такая графонистая. А она вышла в 2019, когда уже была PlayStation 4 Pro. И она красивейшая, восхитительная игра. Так что может даже хорошо, что она тогда не вышла, много лет назад. Вау, как красиво. Вот это я тоже буду играть часами. Вот бы этот эмулятор у меня выжил. И еще очень важно, нужно найти, где сохранения у него лежат. И тоже важная штука, можно ли эти сохранения засунуть потом на сам Switch, на приставку. Полина уже сказала, хотя я не наводил даже ее на эту мысль. Говорит, Зельда так долго проходится, столько там всего нужно делать. Я одну миссию, говорит, делала 6 часов, шла до миссии 6 часов. Я так долго это все делаю, что я не уверена, что я ее начну потом на приставке, если мы сам Switch купим. Вот такие дела. Очень важно сохранение найти, чтобы они были не зашифрованные, настоящие, как на PSP-шке вот лежали, чтобы их можно было перемещать там, вставлять на другой комп. И было бы круто, если даже на приставку их можно. Я вообще пока не знаю, можно или нет. Но было бы круто, если бы я вот пару недель поиграл здесь, потом бы купил Switch. И туда бы свои сохранения перенес. Да чего красиво, сумасшествие какое-то, а? Вот это да! Восхитительно! Какая крутейшая игра! Лепестки сыпятся, падают. Она нереально красиво выглядит. Как что-то, чего не может быть в этом мире.
А другие трассы, наверное, еще тоже какие красивые. Понятно, что парк Коко – это вершина этого всего. Она очень яркая, красивая. Вот это я кайфану завтра, если электричество будет. Поиграю в Crash Team Racing. Блин, мне в такие моменты очень стыдно становится, что я не поддержал рублем больше эту игру и крэшей. Что я только по одной копии на PS4 себе их купил лицензионный в магазине. Вот Crash Team Racing у меня лежит, я сам пошел его в DNS купил там за 3000 рублей или около того. Но когда ты видишь это, ты думаешь, потом же в продаже ее не будет. Нужно было купить хотя бы 2-3 диска. Да я так из GTA Vice City Stories думаю на PSP, что нужно было несколько их накупить, чтобы поддержать продажи любимой игры. Очень красиво. Но музыка заикается. Не идеально она тут работает. Буду пытаться заставлять себя уже закругляться на сегодня и ложиться отдыхать. Я сегодня обзоров очень много на Зельду посмотрел, на первую, 2017 года, и сам в нее играл. И здесь же счетчик встроен, часов, сколько ты в какую игру играл. И один чувак, начинающий тоже, влогер, говорит, я давно себе такого не позволял. В эту игру я наиграл в 60 часов за 2 недели. До этого один человек написал, что играл в нее 100 часов, и мне показалось, что это мало. В Зельду 100 часов. А тут еще один говорит, 60 часов за 2 недели. Короче, у меня за 2 ночи уже 16,5 часов в ней наиграно. Я офигеваю. Или время быстро пролетает, о чем люди и говорят, что ты просто теряешься в этом мире. Или счетчик этот неправильный. А у Полины, наверное, уже за 30 часов геймплея перевалило. У меня вот 16,5. И я еще не особо там что-то успел. Я даже с плато с вот этого не слез. Там очень много надо сделать, чтобы тебя выпустили в большой-большой открытый мир. Ты сначала в такой локации чуть-чуть в загоне, в большущем бегаешь. И я вот в нем пока хожу. Очень много внимания обзорщики уделяют музыке. А я вот музыку особо не замечаю в играх, и тем более в Зельде. Они прям такие... Звуки, да, важно, а музыка как-то не очень. И скачался у меня Crash Team Racing. Выглядит потрясающе, просто слов нет. Один восторг, изумительная графика. Это вообще очень круто, что они так классно выглядят, свечевые игры. Кстати, сегодня еще экспериментировал с настройками графики. Что-то они не особо влияют как-то ни на производительность, ни на графику. Ты ставишь даже разрешение 1x. Казалось бы, оно должно быть такое же, как на самой приставке. То есть для ноута оно должно быть слабовато. 15,6-дюймовый экран, как бы. Ты прям видеть это все должен. Лесенки и мутную графику. Но нет, оно все равно классно выглядит. Как будто они не применяются. И FPS такой же и остается. Мы вот с человеком в комментариях обсуждали производительность Зельды. Он пишет, что у него на компе нормально работает Зельда 30 кадров. А у меня во многих местах в Зельде 22 кадра. И как ты не меняй настройки, я пробовал настройки не уменьшать даже, а наоборот задирать их жестко. Ставить разрешение рендеринга 3x и ставить самое сложное сглаживание. И она все так же работает. 21-22 FPS стабильно. Хоть ты снижай настройки на 1x, как на консоли, и выключай там все улучшалки сглаживания. Хоть ставь вот 3x с улучшалками. Все равно 22 FPS. Там фишка в чем-то другом. Хорошо сегодня поиграли, провели много времени в больших интересных играх, в виртуальных мирах, погуляли, давно мы так много не играли. Ну, Полина периодически играет, а вот у меня таких прям серий игровых давно не было, по несколько часов. Чтоб я за компом часов 9 сидел и не делами занимался, не файлами не монтировал, а именно видеоигры играл, такого давно не было. А на этом сегодняшний день окончен. До завтра. Пока.